вот офигенная конструкция. Слайк говорит, что раньше здесь был спуск в ад. Да, это мы были тут. Она когда заброшенная полностью была, вот эта вся эта контора. Да. Ни окон, ни дверей не было. И там посередине вот такая это, такая огромная яма вниз туда. Вот. И что это... там, кошки распятые? Не, и туда трубы такие. И там дна не видно даже. Мы кидали туда кирпичики, там не слышно даже, куда они там падали, блин. А ты же мне говорил, что там сатанинские какие-то. И там все в этих, в свастиках. В сатанинских вот этих вот всех делах кошки распятые висели, блин. Да? Вот здесь было, да. Это не здесь вот Рэмбо жертву приносил? Не знаю. Ну, я вижу на окнах ритуальные знаки. Члены. Да. Вот это да. А вот еще тоже какая-то. Вот здесь. Это ужасная была контора. А вот это она и сама по себе такая. Это городские очистные сооружения, старые. А, старые. А что ж в них внутри? Наверное, нам нужно переделаться в диггерский канал, да? Да. Вот будешь диггер-боцман. На лодочке. И первое наше будет погружение вот этот в адскую штольню, как Игорь говорит. Это он, наверное, про это имел в виду. Да, про адскую штольню. Ну, пойдем вот там. О, вид этой штуки. Антенны прилепили. Слава, вот это вид адской штольни с другой стороны. Я правильно понимаю? Да. Только это, только знаешь что? Тут она раньше был насыпан холм. Ага. Она вот это вот этих гаражей не было, тут был холм. То есть это старые очистные получается, да? Да. Насосные станции очистные. Вот здесь холм был насыпан, а это вся залупа стояла наверху. Класс. Холма.